Добрый день, дорогие участники международного конкурса Golden Time Talent. Я рада приветствовать вас здесь впервые, потому как конкурс красоты здесь, на этой площадке, впервые. Я сама участница конкурса красоты и знаю, как это важно. Но знаете, что самое уникальное в этом конкурсе? Это не просто конкурс про красоту, а этот конкурс соединения и красоты, и ваших талантов. И мне настолько было, я вот честно не могла прямо оторваться от некоторых участников, вообще получила массу восторга, впечатлений, потому что настолько вы всесторонне развиты. Кандидаты юридических наук, актеры, профессиональные модели. И вы все это совмещаете, маленькие детки. Также есть парень, между прочим, парень один пока, но я вас тоже выделила. Хочу отметить некоторых. Я бы хотела о каждом рассказать, но понимаете, да, есть лимит. Азаренко Евгения занимается бальными танцами. Сама по призванию психолог, психотерапевт. Вообще просто уникальная женщина, девушка, которая раскрылась не просто в психологии, а в бальных танцах. Я посмотрела, как вы танцуете, и честно захотела сама пойти на танцы бальные. Далее, Наталья Сергеенко, кандидат юридических наук, и которая уже практикующий адвокат, очень умная, по-моему, из Украины. Дуже гарно спілкується. Я вам отдельно хочу сказать спасибо, потому что такие участники особо дороги в конкурсе красоты. Вы действительно очень красивая, и о вас должны знать каждый. Далее. Надежда Гуменюк. Вы покорили мое сердце, Надежда Гуменюк. Вы из города Николаев. И то, что вы творите, я прям восхищена. Я люблю спорт, люблю активный образ жизни. Вы призер по спортивной аэробике, но вы на этом не остановились. Вы открыли свою собственную площадку, где вы преподаете и свой талант, зарабатываете деньги, помогаете людям. Это я вас уважаю. Далее. Кто еще? Девчоночки, маленькие девочки, девочки 9 лет, Ульяна Костенко. Вообще я хочу отдельное спасибо сказать ее родителям, потому что она занимается не только модой, красотой, творчеством, а также и шахматами. Также она юниор в лиге КВН, она журналистом уже работает свои 9 лет. Я восхищена и вижу, в каком направлении нужно своих детей тоже развивать. Далее. Светлана Шестопал занимается хореографией, она танцует красиво, и все тоже очень начиналось у нее, скажем, не сразу, вы тоже в самое сердце. Ольга Бутусова и поет, и танцует, также увлекается моделингом, еще и верховой ездой, между прочим, тоже люблю верховую езду. Между прочим, были участники, которые уже профессиональные модели, и спасибо, что вы есть, вы, как знаете, икона красоты, на которую вот мы стремимся. Далее, Алина Свиридова, это уже вот, кстати, профессиональная модель и мама твоих деток, дизайнер, участница многих конкурсов, ну и занимается спортом. Я благодарю каждого участника, и очень хочется, чтобы вы дальше удивляли и не останавливались на достигнутом, потому что ваш позитив, ваша энергия, она заряжает окружающих, и это очень важно. Благодарю, Елизавета Якимцова, член жюри международного конкурса Golden Time Talent. До встречи!